Всем привет! В общем, это маленькое видео для тех, кто варит непосредственно вблизи от солнечных панелей, думая, что им ничего не будет из-за того, что стекло каленое. В этом ролике я хочу вам сказать, что стоит все-таки их накрывать. Непосредственно даже если вы находитесь в метре от солнечных панелей, раскаленный металл может нанести непоправимый вред вашим солнечным панелям. Что происходит с солнечной панелью, когда металл раскаленный попадает на нее? Ну, сразу скажу, что тут я уже части снял. Если бы солнце светило, то на элементах образуется тень непосредственно от тех мест, где прокатывался шарик с раскаленным металлом. То есть, что происходит? Расплавляется стекло. Расплавляется стекло, тем самым немножко его повреждая. Оно становится более незащищенное. Вот так это все вблизи выглядит. Это у нас солнечные элементы Германии. В общем, верхний слой у солнечных элементов повреждается, тем самым наносится непоправимый урон солнечным панелям, меньше съем мощности. Если металл не удалить, то это хуже скажется в итоге в конце на выработке, ну и на целостности панели так таковой.